Я не знаю, правда это или нет, что часто вас утверждали на роли благодаря высокому красивому лбу. Наоборот. Наоборот, я только у Сергея Плюнича снялась со своим лбом. А почему вы его прячете, Наташа, как и я? Он у меня тоже высокий. Это ведь совсем недавно произошло. Совсем недавно. И это, наверное, касалось вот того стресса, который был в доме из-за болезней близких. И я тогда пришла и сказала: измените меня, сделайте что-нибудь. И я появилась челочка. Сначала очень тоненькая, сейчас такая. Это совершенно эмоциональный какой-то всплеск и эмоциональный поступок. Вдруг. А вы часто смотрите в зеркало? Нет. В течение дня? Нет. Ну, сколько раз? Мало. А вот та женщина, которая отражается в нем, она вам часто нравится? Нет.